Привет всем, кто зашел на мой канал. Это снова я. Давайте расскажу вам быстренько, какие новости произошли за то время, пока я не снимала видео. Ну, я выкладывала что-то в Телеграм. Что хочу рассказать. Ездили мы к родителям Андрея в деревню. Немножечко там посидели, поболтали. Но мы буквально на пару часиков туда и обратно. В общем, посмотрели, как они устроились. Они же недавно переехали. Посмотрели, как они устроились. Они нам с собой дали много овощей с огорода. Так что вот теперь мы едим свежие помидорки, огурчики с огорода. Капусту нам дали, баклажаны. Я уже делала овощное рагу. Очень вкусно получилось. Вчера делала. Не стала снимать. Не знаю почему. Что-то как-то у меня вчера вообще отвратительное настроение было. Вот как раз о чем я хотела поговорить. А я, по-моему, уже как-то спрашивала. Но мне никто ничего не ответил. Но вот еще хочу порассуждать на эту тему. Либо я вообще не спрашивала. В голове у себя спрашивала. Блогеры должны показывать свои эмоции? Или вот только транслировать позитив, радость, не знаю, все вот только хорошие одни плюсы. Просто иногда, вот допустим у меня, да, бывает плохое настроение, бывает, что я плачу, бывает, что я психую. Но когда я хочу записать какой-то отрывок, вот что-то меня расстроило, из-за чего-то я там грущу, там могу поплакать, я вспоминаю то, что я часто под роликами у других блогеров видела осуждение, мол, зачем нам твои слезы, зачем нам негатив. Я прихожу на YouTube за положительными эмоциями, а вы тут, ну, условно говоря, слезы льете. И как будто бы блогер не имеет права тоже на чувства и на эмоции. Имеет право, но не на камеру. Как будто бы на камеру должен транслироваться только позитив, только хорошее настроение, только позитивные эмоции. А если у тебя что-то случилось там плохое, ты можешь сидеть и переживать это один там со своей семьей, но не с подписчиками. Получается, что у зрителей должно складываться впечатление, что у блогеров все классно, все прекрасно. Не бывает никакого плохого настроения, не бывает вообще никаких там, грубо говоря, черных полос в его жизни. Но на самом деле мы такие же люди и испытываем большой спектр эмоций. Но насколько я вот вижу, когда другие блогеры делятся, да, с своим состоянием, то начинаются комментарии, мол, что ты ноешь, что ты сопли льешь, там это никому не интересно, там и прочие вещи. И я сюда прихожу не чтобы чьи-то сопли выслушивать. Не знаю, вот расскажите мне, если я у вас еще не спрашивала, расскажите мне, как вы считаете, имеет ли право блогер показывать, не знаю, разные свои состояния эмоциональные, да, или только позитив, только что-то хорошее, веселое. У меня какое на этот счет мнение, да, я думаю, что нужно показывать разные состояния, чтобы и зритель понимал, что не только у него могут быть, не знаю, какие-то проблемы, но и у других людей, и блогеры тоже люди, и у них тоже бывают разные состояния, разные, не знаю, эмоции. В общем, не знаю, но мне кажется, что нужно показывать разные стороны своей жизни, не только когда все хорошо и классно. Ну, в общем, я уж вчера не стала записывать видео, потому что я была очень в подавленном почему-то состоянии, что-то не знаю. Ну, вот так вот случилось. В частности, и поэтому видео не выходили давно. То мы в деревню уехали, то еще что-то. Вчера вот настроение мое, поэтому снимаю уже только сегодня. Надеюсь, сегодня вы и посмотрите этот влог. Закончились краски для бровей. Сегодня поеду за красками, посмотрю, сколько они стоят в магазине. У нас есть магазин, ну, бьюти-магазин, да, где продаются всякие бьюти-средства. В общем, где продаются материалы для мастеров маникюра, бровистов, там, по наращиванию ресниц, в общем, для всех мастеров. Надо съездить туда, посмотреть, есть ли там мои краски, сколько они стоят, не дешевле ли их будет заказать на Озон. Хотя на Озон это дольше, краски идут дольше. Нужно будет поехать на закупку продуктов. Продукты тоже закончились.
Поэтому продукты тоже сегодня поедем покупать. В общем, покажу вам, что купили. А сейчас пойду готовить обед. А вы пойдемте со мной. Кстати, насчет волос. Я все еще думаю подстричь короче. Хоть они, видите, у меня волнистые. И если я их подстригу короче, наверное, будет ужасно. Ну вот сейчас мне даже нравится, как выглядит моя прическа. Сейчас многие скажут, что за ужас, как это может нравиться, но мне нравится. Мне нравится длина. И я не думаю, что если я подстригу, будет лучше. Вот сейчас, мне кажется, прям мне хорошо. Нет вот этих вот, как раньше, здесь были концы такие уже ужасные, да? Но все равно вот эти вот волосы сожженные. Вот еще, не знаю, вот столько, наверное. Хочется, конечно, это обстричь. Если обстригать, то чуть выше плеч. Я не знаю, наверное, я вообще буду вот так, как шар какой-то, выглядеть. Но хочу попробовать. В общем, чтобы побыстрее вот это вот обстричь, даже если вдруг это будет ужасно выглядеть, этот ужас можно будет собрать в какой-нибудь хвостик. На хвостик хватит, еще нет. Заколочки, хвостик, что-нибудь собрать, чтобы этого было не видно. Что у меня на обед? Я пока что сама без понятия. У меня есть капуста, например, у меня есть фарш. Я могу пожарить капусту с фаршем. Либо можно сварить вообще борщ. Хочу ли я борщ? Так не хочу борща. Но у меня на борщ все есть. Андрей вообще попросил макароны. Он попросил макароны с тушенкой, а я хочу макароны с фаршем. Сделаю макароны с фаршем. Съездили мы в магазин, принесли вот 4 пакета домой. Ездили мы в светофор и в фикс прайс. В светофоре купили яйца. И остальное сейчас покажу. Первое, что сразу достал из пакета, крабовые палочки. 214 рублей 50 копеек за килограмм. Куриные ножки. 2 пакета за килограмм. 239,90. Большая упаковка спагетти. 2 баночки вот такого салата из морской капусты. И сыр. Купили вот такие вот купаты для жарки. Хотим пожарить их на мангале. Вот такие кексики купили к чаю. Масло растительное. Это, по-моему, соевое. И еще одна такая же бутылка где-то в пакетах. Шашлычный кетчуп. Нам понравился, кстати. Вот такой бекон берем первый раз. Раньше был другой. Как всегда, куча салфеток. У нас он, видите, закончился. Остатки лежат. Поэтому вот 4 упаковки. Снова та самая бутылка масла, про которую я говорила, еще одна. Колбасу, которую почти всегда берем. И в этот раз взяли попробовать новую колбасу. Миланская салями. Безупречное качество. Колбасные изделия. Сырокопченое. Мясное. Свинина, филе куриное. Шпик, соевый белок. Нитритно-посолочная смесь. Ну и осталось показать покупки с фикс-прайса. Взяли вот такие пшеничные лепешки. 2 упаковки. 2 вот такие упаковки, мужу понравилось. И 2 вот такие упаковки. Я такое люблю. Санфор для мытья полов. Взяла кучу мыла.
У нас все мыло дома закончилось. Нечем руки помыть, нечем пеленки собаки постирать. Так, давайте разбираться. Вот это детское с кремом для чувствительной кожи. Взяла стирать собачьи пеленки. Оно самое дешевое. Тут много кусочков. Не знаю, надеюсь, классное мыло. Вот такое мыло. Это уже для нас. Крем-мыло настоящее, двойное увлажнение. И смотрите, что написано: зеленый чай матча. В общем, посмотрим. Палмолив. Ну, палмолив все знают. Пахнет приятно, сразу чувствуется. Вот эти вот в упаковках, конечно, не чувствуются. Вот этот сразу чувствуется, как пахнет. Так, потом взяла, увидела вот такое крем-мыло. Миндаль. Тоже неплохо пахнет. И вот такое крем-мыло туалетное. Мандарин. Мне, конечно, очень интересно вот это мыло и вот это. Но придется ждать. Не знаю, какое открыть первым. Но вот это хочется попозже открыть. Мне вот это интересно, либо вот это. Нужно решить. Так, ну еще купили Colgate зубную пасту с прополисом. И вот взяла Персоль. Кислородный очиститель. Это вот удаляет пятна кофе, чая, вина, ягод, фруктов. В общем, для стирки вещей. Вот такая закупка у нас. В общем, приготовила себе пакетики, приготовила мыло. Хочу все-таки узнать, какой аромат у каждого мыла. Ну, вот это и так понятно. Начну с обычного детского. Вот это мыло я немного вскрыла. Я даже доставать его не буду. Потому что сразу чувствую аромат обычный, совершенно как обычное мыло. Ничем таким супер классным не пахнет. В сегодняшней закупке совсем нет мяса, ну вот только куриные ножки. И нет овощей и фруктов. Но овощи мы привезли от мамы Андрея. А вот фрукты купим, съездим завтра, потому что сегодня уже просто времени не было, не успевали. Вот такое мыло, вот так вот выглядит. Пахнет очень круто. Красивый, аккуратненький кусочек, ну прям маленький. Даже если вот достать все-таки вот это. Слушайте, да, они примерно одинаковые. Это просто длиннее, вот это толще. Ну, вот это приятно пахнет. Это просто обычным мылом. Но в магазине не было моих красок, придется заказывать на Озон. Посмотрите, какой огромный кусочек мыла. Сколько здесь не написано. Ой, вот же написано крупными цифрами. 190 грамм, представляете? Пахнет, ну я не скажу, что прям мандарином. Но отдаленно. Отдаленно. Если вот выбирать вот этот или этот. Ой, оба приятно. Наверное, вот это бы выбрала. Соседи сверлят. Так, давайте палмолив. Ну, палмолив он так чувствуется, как пахнет. Ой, обалденно. Прилипла упаковка к нему. Ну, палмолив пахнет обалденно, конечно. Ой, как вкусно. Ягоды асаи и овес. Не знаю я таких ягод. 150 грамм. А вот эти кусочки по сколько грамм? Вот эти маленькие. Так, 4 кусочка по 75 грамм. Ой, какое красивое мыло.
Посмотрите, 135 грамм. Такое вот мыло. Посмотрите, это красотища. Завод братьев Крестовниковых. Ничего себе. Ну, пахнет приятно. Пахнет приятно. Ну да, миндаль. Я бы сказала, что да, миндалем отдаленно пахнет. Ну, дизайн у этого мыла очень красивый. Ой, какое хорошее. Блин, даже жалко такое. Ну, не знаю теперь, какое мне выбрать. Может быть, вот это положить или вот это маленькое. Наверное, вот это маленькое пока выберу. Ой, как они все вкусно пахнут. Ну, конечно, вот это очень сильно успокоит. Просто воняет мылом. Вот этот вот кусочек воняет мылом. Но вот эти все остальные... Ну, просто красотища. Ладно, я их буду убирать в пакетик. И, наверное, в использование положу вот этот кусочек. Мне сейчас нужно собраться по делам, в связи с чем я хочу накраситься. Хотя бы чуть-чуть. Прям самую малость. Потому что на улице жара. И сильно не хочу перегружать лицо. Я в Телеграм спросила, какие вопросы у вас ко мне есть. И среди тысячи вопросов. Я выбрала один. Ну, могу я хотя бы фантазировать, что там было 1000 вопросов. Зовут меня Кристина. Родилась я в маленьком городке в Амурской области. Росла я с бабушкой и с дедушкой. Почему я росла с бабушкой и с дедушкой, можно посмотреть в видео «Моя история, как я сбежала из дома». Так и называется видео на канале «Моя история, как я сбежала из дома». Оттуда можно понять, почему я росла с бабушкой и с дедушкой. Бабушку я называю мама, поэтому если я где-то вдруг буду говорить мама, знаете, это бабушка. В школе я училась неплохо, на четверке, пятерке, но это было до 9 класса. В 10 классе у меня появились тройки, и я вообще побоялась сдавать ЕГЭ. Ну, я и в принципе не хотела, да, там идти в 10-11 класс, но просто родители... От меня требовали всегда большего. Ну, понятно, мне кажется, все родители хотят, чтобы дети добились большего, реализовали чьи-то там нереализованные мечты. Поэтому в 9 классе я даже не заикнулась, что я не хочу в 10, и это даже не оговаривалось. В 10 классе, когда у меня вот появились тройки, как-то я маме сказала, что боюсь сдавать экзамены, и, скорее всего, я их не сдам. И мама сказала, что надо было тебе с 9 уходить. И типа уже бы училась в колледже где-то. Я ей сказала, что я бы хотела, и это был бы лучший расклад. И в общем, в процессе разговора выяснилось, что родители, оказывается, не против, чтобы я ушла. Я сказала, что я хочу уйти с 10 класса. Ну и все, я забираю документы. Ну, понятное дело, что доучилась 10 класс. И вот я летом, после окончания 10 класса, еду в Благовещенск с аттестатом за 9 класс подавать документы в колледже. Было несколько вариантов, куда я могу пойти. В общем, поступила я в колледж сервиса и торговли на бухгалтера, на специальность экономика, бухгалтерский учет. И это было вообще офигенно. Не знаю, мне прям нравится мое обучение в колледже, это было круто, мне это очень нравилось, это было сложно, это было интересно, это было круто. Там я была отличницей, я была одной из лучших в группе. И на вышку я не собиралась поступать, но мама постоянно мне говорила, что надо, 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 без вышки никуда. Ну, я подумала, ну ладно, раз надо, так надо. Пришла я в АМГУ поступать, Амурский государственный университет. Рассматривала я другие направления. Я подавала на психологию. У меня в детстве вообще была мечта быть психологом. И вот здесь я как раз-таки подумала, что когда-то это было мечтой, а сейчас можно воплотить это в реальность. И вот я поступаю на психолога. Это были ужасные времена.
в универе мне учиться очень не понравилось. В универе мне не понравилось не то, как преподают, не то, что преподают. Ну, в общем, можно искать тысячи причин. Но в итоге, не знаю, АМГУ я бы не советовала никому, по крайней мере, факультет социальных наук. Я бы не советовала туда поступать. Так, ладно, тоже не будем вдаваться в подробности. В общем, отучилась я по специальности экономика, бухгалтерский учет, получила красный диплом и поступила на психолога. Отучилась, защитила диплом. В процессе я занималась, пока я обучалась, в общем, я делала сережки, заказывала детали там с Джум, с Алиэкспресс, ну, я с Джума только заказывала. И делала сережки, продавала их. В общем, отучилась я. На тот момент мы уже были знакомы с мужем. Эти все любовные детали давайте опустим. Это, наверное, на целое отдельное видео, то и несколько. Если кому-то интересно, напишите, может быть, я и об этом расскажу. Единственное, вот еще могу сказать, что вышла замуж я на последнем курсе универа. Так вот, когда я отучилась на психолога, я поняла, что психологом работать я не буду. И думала, чем же мне хотелось заниматься. Мне хотелось заниматься чем-то, как сережки, да, продавать. Мне нравилось, потому что я видела, как девчонки счастливы, да, уходя от меня. Мне нравилось дарить это счастье. Ну, не знаю, вот что-то такое в бьюти-сфере, как будто бы мне нравилось больше. Училась, я пошла на бровиста и поняла, что бровями заниматься мне нравится намного больше. И я от этого получаю невероятный, не знаю, позитив, заряд энергии, эмоции. В общем, это очень круто, мне понравилось. По первости я принимала в салоне, там девчонки были знакомые, там как раз не создавали. Но потом я оттуда ушла. Если интересно, почему я ушла с салона, тоже могу рассказать, допустим, по другому влоге. Там небольшая история для отдельного видео, там тоже кратенькая история. Так, продолжим. Чем я еще люблю заниматься? Я обожаю готовить. Притом готовить меня никто не учил. Я сама как-то вот как чувствую, так и делаю. И мне это очень нравится. Меня прям восхищает, что я беру какой-то набор продуктов и из этого делаю что-то очень вкусное. А вообще увлечения в разные этапы жизни у меня были разные. То я пробовала крючком вязать, и мне это нравилось. Я там во дворе всем навязала вот эти вот напульсники, да, они называются, или как, точно не знаю. Ну, в общем, крючком я вязала вот эти салфеточки, напульсники, там еще что-то. В общем, в определенный период жизни мне нравилось вязать крючком. Потом я начала рисовать на графическом планшете как-то. Тоже очень, ну, мне кажется, классно получилось, хотя на бумаге рисовать совершенно не могу. Вот на графическом планшете получалось неплохо. В детстве я занималась плаванием, и от этого я вообще в восторге. Я обожаю плавать. Плавание — это, не знаю, для меня лучший спорт. Потом какое-то время я увлекалась медитациями. Тоже очень крутая штука. Потом я снова попыталась вязать крючком, но что-то уже на этот раз не очень так круто получилось. Хотя я даже связала себе топик крючком. Я обожаю настольные игры. Обожаю. Не знаю. Есть люди, которые не любят настольные игры и не понимают их. Я же обожаю. Я обожаю смотреть всякие шоу, где используются настольные игры. Например, сейчас у Импрокома, да, импровизаторы, у них есть шоу Table Time. Вот они там играют в настолки. Офигенно, не знаю, я обожаю. Вообще, я обожаю смотреть шоу, где люди справляются с какими-то трудностями, выживают в каких-то условиях. Вот по типу «Звезды в Африке», «Выжить в Дубае», еще где-нибудь там выжить. Как раз-таки, если перейти к вопросу о том, как я люблю проводить время, я обожаю кататься по городу на машине, слушать музыку. Мне нравится, вот я сказала, смотреть шоу про выживание всякие. Я люблю общаться с друзьями. Мне нравится... Я бы хотела путешествовать. Господи, путешествие — это, не знаю, моя мечта. Я хочу каждый год куда-то путешествовать. Ну, понятно, сейчас нет на это возможности. Но вот если спросить, да, какая у меня мечта,
помимо того, что квартиру купить еще одну, то вот, наверное, каждый год ездить в путешествие. Что-то я с темы на тему прыгаю. Я хотела сказать про то, чем мне нравится, как я хотела сказать, как я люблю проводить время, и ушла в мечты. Мне нравится с мужем играть в игры на двоих, или даже если на одного, но какая-нибудь интересная игра. Вот пару дней сидели, играли в игру Schoolboy, кажется, так называется. Там вообще нужно сбегать от родителей. На что-то это похоже, правда? Конечно же, нельзя не сказать, что я обожаю выезды на природу, на рыбалку, за грибами. Пусть оно все и неудачно, пусть мы и не находим грибов, пусть мы и не супер рыбаки, но вот сам факт, что мы выбираемся на природу, это очень классно. Я помню, одно время мы с Андреем на обед и на ужин ездили на природу и жарили на мангале там хлеб, сосиски, еще что-то. Это было классным временем тоже. Я хочу ходить в походы, я хочу путешествовать, я хочу снимать видео. Не знаю, вот так вкратце рассказала о себе. Возможно, я очень много упустила. Все это как-то сумбурно, не структурировано. Я не писала никаких сценариев, так рассказала, что могла, что вспомнила. Если вам что-то показалось интересным и вы хотите об этом послушать более подробно, либо у вас есть еще какие-то ко мне вопросы, обязательно задавайте, спрашивайте, пишите. Кто не подписан, подписывайтесь на Телеграм, будем и там общаться. Ну а на этом у меня сегодня все. Спасибо за ваши просмотры, подписки, лайки, комментарии. И всем пока.